то, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям. По нулям. Откровенно говоря, ну, честно говоря, я даже удивлен. Но ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Это первое. Просто чтобы, я хочу еще раз это подчеркнуть, вынужденные меры. Потому что могли такие риски для нас создать, что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы. Это первое. Второе. Конечно, мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики. Тем не менее, и вот то, что я скажу сейчас, я считаю крайне важным. Как раз хочу отреагировать на то, на что, о чем сказал президент Российского союза предпринимателей, промышленников и предпринимателей Шохин Александр Николаевич. Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи, настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя, в которой мы чувствуем себя частью. Мы не собираемся наносить ущерб системе мирового хозяйства, в которой мы сами находимся. И настолько, насколько мы там находимся. Поэтому, мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.